История 14-летнего Михая началась 2 года назад. Одно время мальчик на расстоянии наблюдал за односельчанином Алексеем Маханниковым, который по утрам бегал, делая боксерские движения. Затем, набравшись храбрости, Михай попросил тренироваться вместе. Это был первый парень именно из этого села, который решился на такое. И я ему сказал, что это очень тяжело. Предупреждение не испугало Михая, и он упорно тренировался с бывшим боксером из Приднестровья, который 8 лет назад поселился в Батнарештах. Я думал, что он один раз пробежится и отстанет, да? Нет, он бегал, соплями захлебывался, но бежал со мной. Мне было очень тяжело, потому что до занятий боксом я был, можно сказать, слабохарактерным. Вскоре больше из любопытства к двум спортсменам присоединились и другие ребята, которые предпочли спорт, сигарете и пиву. В итоге образовалась группа из 12 детей, которые, как и их тренер Алексей, хотели заниматься боксом. Однако возникла проблема с помещением для тренировок. Но тут на помощь пришел мэр села, предоставив школьный подвал. Мы днем строили тут, выносили асфальт, туда-сюда месили бетон, да? Потом раз, вечером у нас было вот ринг. Сделали импровизированные боксерские груши из автомобильных покрышек. Потихоньку желание и упорство юных боксеров дали результаты. И пусть денег на участие в соревнованиях у них нет, но кое-каких успехов юноши определенно достигли. Самое главное мое достижение – второе место на чемпионате Молдовы.